Как и обычные функции, методы можно разделить на объявление и определение. При этом объявление обычно переносится в заголовочный файл для того, чтобы данный метод можно было вызывать в нескольких файлах с кодом, а определение переносится в один из CPP-файлов. Давайте посмотрим на примере. Мы разделим определение функции shift на объявление, то есть просто сигнатуру внутри структуры point, и реализацию. При этом реализация может быть вынесена в другой файл, например, в CPP-файл. При реализации метода shift к имени этого метода приписывается префикс, который содержит в себе имя структуры и оператор 2 двоеточие. То есть полное имя метода состоит из имени структуры, оператор 2 двоеточие и имени самого метода.